всем привет! Манюня говорит всем привет! Солнышко у нас, морозный день, вон я, привет всем! Артём убирает снег и с нашего участка, с дороги, и с родительского. Я убираюсь на террасе, все уже новогодние мы поубирали уже давно, видите, солнышко светит, все чистенько, все хорошо. Можно выйти посидеть, подышать свежим морозным воздухом здесь. Мне очень нравится здесь белье сушиться. А потом в будущем отдельное место на улице будет навес для белья. Вообще будет красота. Это у меня тут подготовлено вот эти вот унести в теплицу. Это вот синий наоборот принесла, вот это унесу. Поубиралась, повытирала тут. Вот. А Тёма занимается на улице мужскими такими делами. Но он в основном на улице чистит снег трактором. Вон он только сейчас закрыл двери, вернее ворота. Уже закончил. Вот так вот на улице. Такие тоннели. Так прекрасно, морозно и хорошо. Это понедельник. В понедельник ничего такого не делаю, как кроме решила здесь убраться, потому что ну грязновато было, пропылесосила. Вот, еще в коробочке поразбирала пряжу кое-какую, куда, ну, нужно убрала. Да, Манюнечка? Да, моя кошечка дорогая? Да? Вот она. Ты домой хочешь? Сейчас пойдем. Освободила комод. Все. Можно что-нибудь такое летнее, весеннее. Займусь покраской вот этой штукой обязательно. Тут тоже там немножечко есть новогоднего, мы уберем. В шкафчике здесь все по-другому будет. Все уже тепло скоро настанет. Этот, ну это не комод, это обувница тоже. У меня вазочки просто вверху. Шкафчик, все, которое сейчас нужно. Нормально, конечно, было вообще все, в принципе, зимой. Вот первая зима, делаю вывод, что мы здесь живем. Все очень хорошо. И вот эта терраса, как хорошо, что нам ее под осень прям поставили. Ну, если бы вот ее не было, конечно бы мы зимовали в квартире бы. Но мы много сделали за осень. Быстро все утеплили, вставили двери, окна. И все нам это понравилось, все хорошо. Зимой им здесь прекрасно, нам тепло и уютно. Вот. Очень довольные всем, что у нас есть. И вот эта терраса, хочу отметить, принесла нам все самое лучшее. То есть мы можем пока на передержку какие-то вещи, потому что дома еще мало места, да, поставить, чтобы сохранить. Стеллаж, вот в котором, вот все, что нужно там, нужные вот эти вот всякие разные штучки. И зеркало повесить, и посмотреться. И вот этот шкаф тоже нужный, тоже там у меня посуда, пока я не поставлю еще другие шкафы в пристройке. То есть все-все на своих местах, и нет беспорядка. Вот, все вместила я, вот, очень старалась. Ну что ж, вчера, в эти выходные, которые прошли, мы отдохнули очень хорошо. Мы катались на снегоходах. Мы дышали свежим воздухом, начистили снега, по деревне гуляли. В парке еще не почистили так, чтобы можно было конкретно прям гулять. Там только на снегоходах можно. Вот. Провели время прекрасно. И уже следующие выходные обязательно наладим с Артемом. Он сказал, обязательно сделаем и выйдем в эфир. И пообщаемся в эфире с вами. Ой, сейчас вот только сейчас посмотрела, что мы не сняли... Вот этот лозунг с Новым годом. Так что тоже вот сюда. Так, где тут у меня еще кое-чего было? Вот. Вот, потом отнесем. Ну что ж, я сейчас возьму еще сухую тряпочку, вытру вон там кое-где. Еще вон стекло. Опа! А вот и Тёма. На тракторе чистил снежок, да? Тёмочка, смотри, мой милый, вот это надо будет унести отсюда, чтобы не мешало, ладно? И еще посмотри, я здесь убралась. Ага. Так что снежочек а надо с ног там вытряхнуть. Я почистил. С веничком. Нет, я имею в виду, кстати, с валенок. Ты убралась, а я почистил. Да, ты почистил. Вот, он правильно отмечает. Он чистил снег. Но я сказала о видео, а я убираюсь на террасе. Ну, сегодня праздник. Что, вот это тоже нести? Нет, нет, только вот эти палочки, да, Зай, больше ничего.
Сегодня праздник, поэтому ничего, кроме чистка снега. Ну и так легонечко убралась, потому что, ну, не люблю, когда здесь грязно. Опа, прибежала. Манюнечка уже дома. И сейчас будем обедать. Ё, тебе домой, моя косечка. Домой тебе, моя девочка. Там вон Манечка дома тебя ждет. Вчера так дрались вдвоем, бегали по комнате туда-сюда, из спальни на кухню, из спальни на кухню. Ё, ты скажи что-нибудь? О, где гусечка? Да, мадам, как вам живется? Ну-ка, расскажи. Давай немножечко юмора. Моя кошечка дорогая, моя зайка. Вот как мы бодаемся, вот как мы... Вот как, вот так, вот как трёмся об мамочку. Вот, вот как мы трёмся, моя девочка. Да, мути, моя куколка. Ну все, пойдем мы обедать. Вон она прям поняла и бежит. Как будто я ей сказала. Так, ну что ж, дорогие друзья, а вот и наш обед. Картошечка. Сначала я отвариваю. Иногда бывает, что отварю побольше, для того, чтобы потом почистить и пожарить вот таким образом. Мы это очень любим. Это вкуснятина у нас люля-кебаб. Это мы покупали, вот я вам рассказывала, у нас в селе есть семья, которая этим это делает. Специальный магазин. Сами делают, поэтому я им доверяю. И мне кусочек. Вот это тоже у них покупали, и тоже они это делают. Ну, а это, конечно, дорогие друзья, вкуснятина. Если вы помните, я вам давала рецепт, ну, снимала видео, у меня есть сладкие овощи. Вот. Кисло-сладкие, они очень вкусные, хрустящие. Вот такая вот баночка. О, вот так. Томатик я взял. Вот смотрите, маленькие цукини, манюсечки я делаю, молочные огурчики, вот эти длинные, перцы, питон, вот это. Классные, они длинные, сладкие. Вот. Здесь вот сверху томаты мы уже съели. Вкуснятина еще та. И посмотрите, они очень хрустящие. И патиссончики. Вот такие получаются. Хрустящие и вкусные. Чем как? Снятинки, да? Мы любим такие. Что хочу сказать. Готовьте, пробуйте. Я вам давала только отдельные помидоры по такому рецепту и отдельные огурцы. А в прошлом году я сделала очень много разных ассорти. Я все открыла на пробу. Всем советую. Все так же вкусно, как и если отдельно. Все. Нам приятного аппетита. Если вы кушаете, то вам тоже. Да, Сём? Так, мама привезла посылку мне мою, Фаберлик. Вон, накупила что-то. Ну, посылочку Фаберлик привезла. Так что, дорогие друзья, будет обзор Фаберлика. Вот, мы хотели поехать, а мама поехала за своими, ну, по делам. И сказала, что привезет сама. Вот что мне нравится Фаберлик, может забрать любой. Мне вот это очень нравится. Тёма мне купил еще вермикулит. Сейчас только из машины вытащит, пронесет. Перлит, вернее, вермикулита не было, как ни странно, в обе. А он купил перлит. Перлит крупный, прямо крупные гранулюшечки такие он купил. А до этого покупал мелкий такой. Я не очень его люблю. Не знаю почему. Мне больше крупный нравится. Мелкий, если укоренять, а крупный, наверное, мне больше так нравится, чтобы его добавлять в грунт. Составлять грунты. Так, ну что ж, мы уже покушали. Солнышко, хочу показать, как светит солнышко. Какая прелесть. И наши карапузики все спят. Вот одна на креслице, навязанном пледике мамином. Другая у нас находится вон там. Кукленыш с совушкой рядом. Она сама как совушка. Наша черномазенька. Манюнечка. Ты моя козечка любимая, девочка. Боже мой, какая сладость. Ты мой маленький мохнатик. Совушка тут тоже на вязаном пледике от мамы. Игрушки играли тут и с черепашкой, и с вязаными игрушками, с мышками. Вы знаете, Манечке 13 лет, вот будет 14 летом, а Бусинке 2 годика. И я вам хочу сказать, Манечка уже начала с ней играть. То есть она была такая пассивная, да? А теперь вы не представляете, как они играют. Да, Манюнь? Бусинка, ты домой, что ли? Сейчас пущу.
Погода прекрасная, так и хочется выходить на улицу, прям вообще. И вы знаете, вот здесь очень хорошо сесть, просто вон там, с чашечкой кофе, горячим чаем. Здесь очень сейчас тепло. В теплице Артём ходил, он посмотрел, там 5 градусов тепла. У меня небольшой продух есть, вот, я буду за этим следить. Так что вот такие дела. Солнечно, хорошо. Просто прелесть. Можно сидеть здесь, пить чаёчек, отдыхать. Не обязательно на улицу выходить. Ну, улица это, конечно, само собой. Так, пойду роднульку запускать домой. Хочется ей домой. Так что сейчас она пойдет. Да, бусинка? Бусь, всем пока, скажешь?